Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Они знают, где покупать. Ломбард Титан. Для всех и каждого. Только в сентябре в джинс-банке каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры «Зенит», «Аленка», «Антей». В Яранске следственный комитет завершил расследование в отношении 22-летнего Дмитрия Кудрявцева. По данным следствия, в июне этого года молодой человек освободился из тюрьмы. И спустя неделю он до смерти избил своего 48-летнего собутыльника Вячеслава Анучина. Оба выпивали дома у потерпевшего. Хозяин оскорбил гостя, и они подрались. Впрочем, это был скорее бой без правил. Обвиняемый жестоко расправился со своим обидчиком. Тему продолжит Михаил Вагин. А раньше вот вы с данным мужчиной были или знакомы? Нет, вот первый раз увидел его. Обвиняемый Дмитрий Кудрявцев в сопровождении полиции и следователя показал, где он пил спиртное с потерпевшим, и рассказал, из-за чего произошел конфликт. Мы с ним разговаривали, он меня как-то назвал. Я встал, и ударил по лицу. Оба решили выяснить отношения на улице, но как только они вышли на крыльцо, Кудрявцев стал руками избивать хозяина квартиры. Сначала встал вот так вот, начал бить его. Зафиксируйте, пожалуйста. Вот сюда именно, да? Да. Угу. Ударов руками Дмитрию показалось мало. Он продолжил бить Анучина, но уже ногами. Буквально втаптывал голову знакомого в землю. Ну я ему еще раз, пару раз. Покажите, как еще. Еще раз, пару раз. После жестокого избиения потерпевший получил тяжелые травмы, его увезли в больницу, однако там мужчина скончался. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Вскоре полицейские задержали и Кудрявцева. Известно, что подозреваемый ранее неоднократно был судим, в том числе за применение насилия в отношении представителя власти. Он освободился из мест лишения свободы 17 июня, то есть за неделю до совершения указанного преступления. Сейчас обвиняемый находится под арестом. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Дело направлено в прокуратуру. В ближайшее время оно будет в суде. Кудрявцеву грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.